Привет, друзья! Ну что ж, как видите, в этом году охота загонная на лося была не крайней моей охотой. Решил я выбраться на новое место, на разведку, попробовать потропить зайца. Хотя бы вообще понять, есть ли он здесь или нет. Вот, в принципе, ну как новое, это место, оно мне теоретически знакомо по спутниковой карте. В принципе, это такие же сельхозполя, то есть сельхозугодья, на которых я с ребятами и отдельно охотился в прошлом году и до этого. Правда, это было за той стороной Оки, за рекой. Теперь я, значит, с этой стороны Оки, тут тоже по спутнику посмотрел, такие же, должны быть такие же сельхозполя. В принципе, карта, картина местности, она примерно должна быть одинаковой. Правда, тут вот, я уже так глянул, тут вот кукурузы много. Но она такая, она небольшая, где-то по пояс. Вот, заяц, кстати, любит кукурузу. Ну, не знаю, посмотрим, вообще будет ли тут след, вообще будет ли заяц, потому что... Как обычно, когда на разведку выезжаешь, это такая как бы неизвестность. Это же делает охоту такой интересной, то есть создает некий такой азарт. Я прям на дороге тут машину вот невдалеке поставил. Туда в поля уходит такая вот грунтовка снежная. Заодно, кстати, проверю вообще количество снега на полях. Стоит ли сейчас брать с собой снегоступы или пока так еще можно ходить. Я так думаю, что можно, наверное. Вот, ну посмотрим. По идее, это перспективное место, то есть тут именно вот такая кормовая база зайчья, ну какие-то помимо кукурузы еще какие-то культуры тут были засеяны. Я уже так по запаху чувствую, уже вот-вот нюх пошел, вот как в принципе там, за Окой, где я привык охотиться. Решил я туда не ездить вот в этот раз, в принципе у нас еще и праздники впереди, еще туда можно будет съездить. Вот, после того добытого зайца решил как бы их пока там не трогать. А здесь вот, здесь, ну надо новые места изучать, друзья, надо. Так что выдвигаемся, я готов, все. Ну так зарядился, я взял двойку контейнерную, потому что подозреваю, что зайцы здесь такие ученые, подниматься, если они будут, то будут заранее. Поэтому взял контейнерную двойку, вот. Ну посмотрим, что из этого получится, в путь вперед. Ребят, я по этой дороге оттуда приехал, машину оставил, скользко, пока ехал, стекло опустил, в принципе, я вот там вот с вами начал общаться, тут дорога такая идет, туда вот, где Ивник, там Ока, здесь, господи, что тут, полкилометра меньше, наверное, туда до Оки, вот, а пока ехал, где-то тут вот, прямо такой хороший зайчий след нашел. Прям стекло опустил, еду. Медленно так качусь. Тут вот эта вот кукуруза. Вот это плохо. Так-то его можно, конечно, сейчас будет по снегу. Заодно сейчас проверим с вами, правильно ли я сделал, что снегоступы не взял. Или все-таки надо было. Так, где-то вот тут, что ли, он? Так, это тут не заяц. Где-то ж тут недалеко вроде он был. Может, я уже проворонил этот след. Ну, прям такой хороший. Или дальше чуть-чуть. Так, вот это вот, это непонятно. Это непонятно. Ну, тут сейчас и косуля будет, и все. У нас, вот он, вот. Вот, причем непонятно. Здесь вроде его нету. Вроде нету отсюда. Выхода нету. Вот. Наверное, он вот так вот как-то шел. Или отсюда, короче, вот он след. И туда вот он потопал. Сейчас попробую по этому следу пройти. Ну вот эта вот кукуруза меня, конечно, смущает. Ну сейчас пойдем. Вот они, эти поля, заодно посмотрим, что тут на них засевали, не засевали. О, он тут соединяется. Короче, вот опять вот это началось. Сейчас будем пытаться его распутывать. Какие-то топтания здесь. Такая жировка. Потоптался. Это вот жировка.
Там вроде не видать. Здесь он крутился. Вот его какашечки. Ага. Сейчас будем выпутывать, куда он дальше у нас побег. Вот вроде одиночный уже пошел. Но это не свежий. Это не свежий след. Куда дальше? Дальше сюда. О, это уже... Это уже лучше. Так, а тут? А тут сюда вот. Причем опять эта сдвойка пошла. Ну, он же может засраниться в кукурузу запросто. Да. Гуляют они тут и в кукурузе. Сейчас я тогда посмотрю. Потому что вот она сдвойка, а и в обратку идет. И очень много следа зайчего. Может, и надо было по той дороге идти. Вот он тут вообще натоптал хорошо. И отсюда выходы есть. Натоптано хорошо. Ну да, и тут вот тоже уже следы человеческие. Ходил тут охотник, видимо. Нет, это мне надо отсюда слезать, потому что смысла нету. Вот, кстати, тоже тропы. Только и успевай находить. Нет, ну хорошо, здесь зайцы, значит, есть. Да, опять вот очень много следов. Здесь тоже эта сдвойка идет. А вот они прям такие линии. Видать, охотник так и ходил вдоль линии. Тоже пытался найти одиночный. Тоже вот опять. Это радует, но тяжко его будет сейчас. Ух ты, тут вот накрутил. Вот еще, ну это такой прям. Ух ты, а тут он почесал. Ну, здесь вообще дорога. И что тут у нас? Ага, тоже зайцы. С ума сойти, ребят. Зайцев много, а одиночный след найти тяжеловато. Вот куда с собакой-то надо гонять. Ну, здесь прям по дороге вставать и все. Ну, в качестве варианта. Да, да, да. И там же еще поля эти. Ну, в общем... Ходить нам с вами не переходить сегодня. Но сейчас он куда-нибудь глубже, он к оврагам, в ту степь. Туда, что ли, сходить? Вот так туда сходить, там загнуться вот так вдоль оки потом. Посмотреть, что там, ну можно. Там сейчас бесполезно, уже и натоптано охотниками, и зайцами. Это вот хорошо, когда много следа, но когда его слишком много. Тут уже не знаешь, что лучше. Лучше такой, конечно, одиночный, свежий. Там вон эти постройки китайцы. Можно там же и чайку попить будет. Передохнуть и дальше оттуда уже чесать, смотреть. Ну вот, вот они, вот. Уже след идет. Да, да. Вот он, причем такой он на махах-то шел. И не один он тут. Это два зайца шли.
поля прям бескрайние. Тут домишко. Кстати, что это у нас? Блин, на зайца не похоже, но пройтись можно. Ну тут они, видать, у них бараки. Тут они спят. Спали. Ага. А вот это вот здесь, вот это озерцо, ну как, пруд считается. Вот я думал, на утку сюда можно с подсадной по весне садиться. Чучела выставил, да, тут хорошо, кусты. Он такой называется, это вот это вот озеро, называется озеро Поганое. Оно и есть такое поганое. Да, зайцы все вот в той части. Давайте сейчас назад вернусь, не проблема. Дойдем туда с вами до Оки. Вот. Посмотрим мы, где я охотился в прошлом году. День добрый. Нет, ты тут ни хрена особо, блядь. Да, да много следа-то. Да, каждый день карают. Вчера на дедуиской бэшке, блядь, карательная экспедиция целая была, блядь. Да я так представляю, тут, судя по следу человечьему и собачьему, тут, наверное, бригадами приезжают. Тут 4-5 человек, что? Да, да. Хера тут закараешь особо. Я тут так это, поторопить... вытропить, но черт его знает. Да нет, они где-то, ну либо туда к озеру, хотя бог его знает, либо вот в этот туда, там милятник. Без понты. В пол высоты. Почему? Без понты не любят они там держаться. Не любят, да? Раньше, когда дали не построили. Теплиц? Там... Нет, да теплиц это херня. Вот где дачи построили, дали, бля. Ага. Переход был, косули ходили с той стороны на эту. Вот это охота была, бля. А, ну да, переход, там тропа была. Да. Вот красота, да? О, молочко-то. Молочко будет только в феврале месяце. А это вон, ну это красавец. Он, рога такие уже, прям вон. Они в запуске, бля, сейчас есть. Ага. Все беременные, бля. Вон, ну посмотри какой. Козел-то? Да, о, красавец. 2 года всего. Прям горный. 2 года. 2 года всего, да, а рога такие уже. Дачники катаются, да. А чё они катаются-то? А чё, хорошо. Почему не покататься? Ну пусть катаются. Попущено по зеленой зоне, по вонючке кататься. Вообще да, молодцы. А это раз вот это. Угу. А ветра сегодня нет, хорошо, я иду, прям красота. Ага. Да, погода такая замечательная. Не, ну а что сидеть вот, да? Это сына бабушки отвезли, жена дома там готовка, это я думаю, не, поеду. Причем я еще так проснулся вальяжно, думаю. А у меня эти погода хорошая, жертв требует, орут, блядь. А это, да? Кушать не хотят, сено, блядь. А главное, смотрю, ты стоишь, они стоят. Вот сейчас пойдешь, они за тобой. Да, да. Да, ну, да, 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 домашняя, такие, да. Домашняя.
Ну, кто лег прилежать, уже остопиздило гулять нахуй. Ага. Они наелись, в принципе-то, блядь. Он подрёмывает, бля. Да, я смотрю, уже так кто-то прилег. Этот вообще, вон, смотри, спит стоит. Вон, спит малыш. Да нихуя, сожрать с утра, блядь, кукурузу, полведерка нахуй. А, нормально, нормально. Так отчесал кукурузу, залез, блядь. Ага, хорошо. Стоят, спят. Обалдеть. Они стоят, спят, блядь. Да, 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 вот. Давай, давай, счастлив. Пойду я этих попробую. Слушай, да вот я думаю, да, вот так вот чеснуть там и дальше туда. Там тоже бурьянчик. Ага. В общем, прошел я, ребята, в теплице. Дошел я до вот этого вот берега Оки практически. Ну что, тишина. Зайца нет. Здесь. Куда он уходит, не понятно. Да, тут вот прям потоптались хорошо. Куда он уходит? Неужели в этот вот милятник? Все исхожено. Столик такой тут. Ну, где заяц тут ходит? Ну, ребят, смотрите, красота какая. Вот она, Ока. А охотился я вон та деревенька, в принципе. Вот примерно в том квадрате. В прошлом году на той стороне Оки, кстати, и вот тут тоже нахожено, уж не знаю, зайца нет, но следы есть. Вот так вот и заяц весь сюда здесь оседает. Ну тут такое место видно, да, тут рыбаки захаживают. Столик вот. Хорошее место такое. Такой вот простор.
Сейчас я передохну, я все-таки... Ну ладно, пойду дальше туда. Может, поднимется где-нибудь. Пойду дальше, чесну этот овраг. Тут вот если поднимется, как тут стрелять через эти деревья, кусты? Шансов мало, конечно. Ну тут следов просто. Тут вы видели, это просто жесть какая-то. Лед так вот по берегам только. Посередке открыто. Ну, течение видно, прям течение идет. Красотища. Пока, сейчас стихами уже, да, заговорю тут. Потому что следов, ну вот, смотрите, ну это же просто. Следов просто туча, а толку от этого никакого. Где-то стреляют там. По куропаткам, что ли, такие глухие выстрелы. Может и по косулям. Ну как вот тут это? Ну это прям его такое место. Для Лёшки. Ну я елки-моталки. Вон он, зайц. Ну как стрелять туда, ё-моё? Вот вам, пожалуйста. Ну вот, вот так вот зайц. А я так и думал, здесь они. Все. Ну это парни подняли, но как стрелять? Стрелять было вообще невозможно. И далековато он, конечно, прошел. Я думал, на меня может еще все-таки побежит. Нет. Такой вот тут заяц. В общем, да, получилось так, что квадрик, парень на квадрике проехал по дороге, по этой вдоль вот этого милятника, а я как раз по милятнику. Ну, то есть я только отошел вот от берега реки. Он поехал, и заяц там через кусты, через деревья поскакал он к берегу так еще. Я думал, вот он как-то к берегу так. Я потом вышел, посмотрел на следы. Ну, вроде бы не по льду он пошел. Вроде бы, ну, как-то, видимо, я его... Ну, там не увидишь. Он прям там завалы такие. Он по завалам и туда. Вот. Я решил, я думал, может, он засел там. Ну, вы видели, решил обойти, посмотреть. Но нет. Вот такие у нас тут вот заокские профессорские зайцы сидят. Все профессора. Ну, в принципе, смотрите... Я вычислил, по сути дела, где они отдыхают, где у них дневка. Все истоптано. Ну вот даже, вот они к берегу сюда ходят. Вот, вот след, вот след, вот следы, все натоптано. Вот он пошел куда-то тут, ходил. То есть, как стрелять, вообще непонятно. То есть, я, конечно, да, я его видел, он так вот мелькал.
где-то такие вот просветы идут. Вот в эти просветы он мне так на глаз попадался. Я даже стрелять не стал. А смысл какой? Смысл? Его, ну как бы да, можно, наверное. Ну как? Просто патроны потратить зазря. Других еще зайцев распугать. В общем, ребят, вот так вот. Тут нужна какая-то тактика. Одному, скорее всего, будет тяжко. Это надо вдвоем, втроем загонять его, как бы. Даже, в принципе, без собаки можно попробовать. Один вот прям идет вот так вот, где-то так вот, как я шел по центру, тут чешет, вычесывает их туда куда-нибудь. Кто-то стоит на дороге, допустим, на этой ждет, или прям двое на дороге. Ну и все, и примерно вот так вот. Примерно вот так, наверное. А кто-то может подальше там еще встать. Вот, вот она. И причем следы все свежие. Вот здесь вот прям тут свежак. И зайцы все сюда и оседают. Здесь они живут. Отдыхают. Вот так, ребят. Такая вот тут охота. Вот он, одиночный. Прямо свежий след. Сегодняшний. Вот толку я сейчас туда залезу, и что, вот этот хмыжник, ну выгоню я его, и чего, побежит он, как там скидываться-то. Это дробь через вот такие вот, через вот этот вот милятник, подрост, она не пробьет. Это только на удачу. В общем, надо, я прикину, ребят, я подумаю еще, проанализирую. Охота это дело такое, она... Охота на зайца, она вообще умная охота. Это не так вот пришел. А собака это одно дело. А вот тропить, думать, ходить, как его выдергивать, это совсем другое. Тут подумать надо, прикинуть. По уму. Вот я думаю, с Илюхой, с Михой сюда, ну как в прошлом году, на празднички приехать. Ага, ну хотя бы вдвоем, хотя бы. Один там идет, другой здесь. И вот как-то... пробовать его отсюда выгонять. Я сейчас вернусь туда на дорогу, уже все время, а я часы даже опять не взял. Ну я думаю, что сейчас часа три уже где-то, потому что так видно, краски меняются. Сегодня вообще, конечно, погода прям красота, ветра нету, снега нету. Вот, ходить еще можно пока, поэтому, в принципе, без снегоступов. Но так, я вам скажу, на грани уже. Если еще снег вывалит, то уже будем применять, наверное, снегоступы. Хотя здесь вот, в принципе, можно и без снегоступов ходить. Тут снега меньше. Ну, правильно, здесь такой лесистый участок. Ладно, ребят, пойду я потихоньку обратно. Вдруг там что-нибудь еще выскочит. Покажу. Пока не прощаемся. Ну вот, вот, пожалуйста, вон, вон. Вот такой вот профессорский заяц у нас тут живет. Да, тут прям вот красота. Идешь, снежок. Так вот, на ветках. Вот он. Прям вообще. На этом лосе особо-то это... И природой-то не полюбоваться не удалось. Что там, полчаса посидели. Больше разговоров по рации, чем самой охоты. Да, правильно мне ребята написали там в комментариях. Кто-то написал, говорит, это нет, все нормально с полем. Там, да, охота есть, охота с трофеем, все дела. Но этот удовольствие как бы такое сомнительное вот от такое. Нет, ну, конечно, понятно, что коллектив... Общение, загоны, это понятно. Просто привыкли мы, вот я лично тоже привык к такой вот прям ходовой, трудовой охоте. Когда ты там налазишься по этим болотам за уткой, или там вот так же находишься за зайцем, там под конец там его добудешь, дай бог, так вообще по лосю тоже там пустые загоны, не выходят. На второй день там начинается. Вот, и там добываешь, или там лось, кабан. Прям в конце такое чувство приятной усталости и вот еще ощущения, эмоции от добытого трофея, они более яркие,
чем когда тебя посадили, высадили, охота для ленивых. Посидел там полчасика, стрелял, неважно, мясо на всех в равных количествах делится. Вот. Это вот наш вариант был. Ну, вон он там запросто где-нибудь сидит. Ну да, в принципе, я так прикидываю, как бы нам выстроиться. Один как-нибудь вот так идет, другой вот там чешет. И, в принципе, да, прям ближе к берегу по возможности. И, в принципе, заяц может сюда, в эту сторону, выбегать. А топать мне будь здоров, я почти до бора уже дошел. Это я сколько прошел-то там, навернул? 5 км, наверное, я прошел. Да. И обратно. Ух ты, а тут навалило-то. Место интересное. Ух ты, прям-таки шалаш такой. Прям-таки зайчий шалаш. Прекрасное место для зайцев. Да, прям шалаш какой-то бомжовый. Ага. Нет, зайцы тут не сидят в нем. Зайчий шалаш. Все, ребят. Думаю, дальше там смысла идти нету. Вот там вот я был на этих, где вьетнамцы, где озеро это. Ну, можно туда было вот так выйти еще, но уже все, уже сейчас темнеть будет. Вот так вот. Ну что, друзья, вот такая вот охота сегодня получилась на этом новом месте. Оно очень похоже, конечно, на то, куда вот я обычно езжу. Но вот решил попробовать. Вы сами, в принципе, все видели. Вот, какие тут зайцы водятся. И где они, в принципе, на дневку остаются. Я это место нашел. Теперь надо будет все взвесить, подумать, посоветоваться еще с ребятами. Я думаю, что надо сюда вдвоем, втроем приезжать. Ну, в общем, ребят, это все надо еще будет обмозговать, взвесить, подумать, как подступиться к здешним зайцам. Вот. И, может быть, что-то да из этого получится. И, скорее всего, получится, но уже не в этом году. Я так думаю, что это у меня уже крайняя охота в этом уходящем году получается. Крайняя вылазка. А дальше уже там посмотрим. Там у нас праздники длинные. Вот. Планируем также съездить и с гончей зайчика погонять. В общем, надеюсь, будет что вам показать, рассказать интересного. Вот, вот такие у нас с вами дела, так что я вас всех, во-первых, поздравляю с наступающим Новым годом. Это такое у меня экспромт поздравление, ребят. В общем, хочу пожелать вам, ну, побольше всяких таких радостей в жизни, поменьше всяких невзгод, благополучия вам, вашим близким, родным, семьям, друзьям. Вот, пусть год новый принесет вам в 1,5–2 раза больше, чем принес предыдущий. Вот как-то так. Желаю вам большущей удачи, как обычно. Вот. Ни пуха вам, ни пера на охоте. Охотьтесь на зайца. Выходите, тропите, ездите с ребятами самостоятельно, самотопом.
Ребят, охота это очень интересная, поэтому всем желаю и, конечно же, желаю не только его увидеть и следы посмотреть, но еще и добыть. Все у нас впереди, все еще будет. Вот. Спасибо, что смотрели, ну и пока, увидимся.